Банк России обнародовал список из 19 башкирских компаний, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг. Перечень опубликован на сайте регулятора. Так, две организации «Купец» и «Кристалл» маскируются под ломбарды, комиссионные магазины. Они принимают вещи с правом обратного выкупа, фактически кредитуя граждан, что допустимо только для финансовых организаций. Потребительский кооператив «Моя семья» работал по схеме финансовой пирамиды. Компания привлекала деньги граждан под высокие проценты – 30 годовых. При этом средства никуда не инвестировались. Ее деятельность на данный момент прекращена. Наиболее ярким примером организации с признаками нелегального кредитора является лизинговая компания, которая называется «Лизинговые технологии». Да? Эта компания предоставляет услуги так называемого возвратного лизинга, когда клиент этой компании под залог своего автомобиля может получить финансовые средства. Но подобные компании, они не входят в реестр финансовых организаций, соответственно, клиенты также несут правовые риски, так как договоры указанных компаний никто не анализирует, у них нет надзорного органа. Все компании зарегистрированы в Башкортостане, однако эксперты утверждают, что их, возможно, больше, ведь на территории республики могут работать представительства компаний, юридический адрес которых значится в других регионах. В целом же по России в перечень мегарегулятора вошли 1800 компаний и интернет-проектов с признаками нелегальной деятельности.